Я антоновцам на съезде обещал прислать отряд на помощь. Не имею в виду какого-нибудь конкретного плана. Об этом я сообщил, когда приехал в Москву, Вячеславу Рудольфовичу Минжинскому. Был разработан план послать туда в качестве отряда, который я обещал антоновцам, бригаду Котовского. Бригада была в то время на Тамбовщине. Котовскому был дан для использования эктов. Котовский объявил свою бригаду кубано-донским повстанческим отрядом под командованием войскового старшины Фролова. Это и был Григорий Иванович Котовский. Но так как с этим отрядом прибыл и Эктов, Котовскому поверили. Антоновцам к этому времени были нанесены уже крупные удары Красной армии. Последняя банда антоновцев под командованием Ивана Матюхина собрались для встречи кубано-донского повстанческого отряда войскового старшины Фролова. Устроили собрание. На этом собрании выступали и те, и другие представители. Ну, в конце заседания Григорий Иванович скомандовал: довольно ломать комедию, я Котовский. А котовцы, расположенные недалеко от этого места встречи, село Кобылинка, которое теперь называется Котовское, ликвидировали антоновскую банду.